то, что происходит на эфире, это, мне кажется, это какие-то там 10% айсберга. Потому что 90% всего остального этого никто не видит. И, как правило, это запоминается часто, ну, когда ты выходишь среди ночи на коридор, а там еще движняк, потому что кто-то репетирует, кто-то ходит, учит текст. Там час ночи, там 11 часов вечера, а все как зомбаки ходят с текстами, с наушниками, каждый что-то свое воет. Люди, которые настроены на одну волну, да, и эта волна, она очень, ну, особенная. Есть жизнь до X-фактора. Вот так вот идет она там в себе как-то, да. Есть X-фактор. И после этого первое со вторым уже не будет так пересекаться. Безмерно, честно говоря, скучаю.